Вот, да мне кажется, пугов можно и не звать на 25-ке эти выклики. Ну, если не звать, то не было бы рейда. Именно в Дискорде. Пускай, кто хочет, сам зайдет, ничего страшного. Кто не зайдет, минус кроллу, правильно? Есть тик. Never stress out. Ого. Чё бафать там? Эд, слышишь, что я взял? О, чё, мы идём обнову, бля, чекать? Нет. Три. Да-да-да, хорошо. Эд, слышишь, как его... Слышишь, Димка, спекайся к Бенха. Ну, Велима. А да, у меня приста... спека нет, Лема. У меня только шмотки есть, спека нет. Всем здрасте. Привет. Да я уже понял, я прям в эти молю всех богов. Я уже пошел, если что. Агри, начинай. У меня хилбот не включен. А. Молодец, киляй точечно. Медведь, свет небес. Ебать. Да чё за бред? Близко не подходил. Ты ж на склоне, Тём, стоишь. Вот я подходил. Чё, я сдохла и теперь он робот. Вот у вас привычка на склоне стоять. Какая же тут обоссанная яда, это просто пиздец. А это на 25 или 10 будет? 25. Ёбать, копать. Слушай, а чё за два? Прощай, токены, блядь. Что за обнов? Семейное святилище и крепость будет. Блять, нахуй ты это говоришь, блять, совку на дракон накинул, охуел что ли? Чё? Почём? Чё? Да ты шо? Чё, я кристаллы по 2к продаю, блять. Кто, ты?
Слышь, ебать. Мне танчить или ты потанчишь соло? Хорошо. Погоди, Джеффса поставил на реги закупить. А почему мы всегда с конем ходим? Это пиздец. Мы с конем. Вот именно с ним. Информация только по делу. Сейчас не. Да, нормально я соберу. Дал сейф, на всякий случай. Да. Там бы ДКшник мог зеленку дать свою. Третья фаза. Там тотем у тебя должен быть от шана. Ну я все равно дал.
что мне, в танк? Да, я все елку дал. Да, группу. А, не группу? А нет, у меня есть, оказывается. Да, на юзлесной легче вон за 24 голды купить на... Блин, 24 хила пошли, я б магом был. Никто не сможет меня остановить. Но в кино. Ясь. Я, короче, релунусь, у меня энергетика лагает. Ну, блядь, меня выкинул. Только хотел написать. Кстати. Ну нахуй. Смотри, мне вчера за такое 15 минут дали мута. Ливнул, маг ливнул. Буликс. Нет, это не из гильдии, по-моему. Воет, смотри, там вроде мы в 6 хилов идем. Смотри, я могу на мага, если надо.
Или могу остаться на Шаме. Не без разницы. Нету. Не. Так, а тебе не надо престом, Тавр? Ну, я тогда добиваю. Все, я тогда добиваю Шам. Да я уже, блядь, спекался. Линканул. Я уже рыбу поставил. Пусть рота всем разбит. Пусть рота всем разбахивает. Пикните на сон. Чё, походу, здесь заходит. Ну, вот он всё. Кто из вас в ДДшку спекает? Я уже спекался. Как дела? Добро пожаловать, герои! Вы услышали где-то все, походу. Авангарда, и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опасными противниками. Ну, все. Да, может этот как он. Грузец. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в огромном круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды. Я думаю, что такое ДПС маленький, блядь. Да, блядь. 4-5. Как он?
Да 2-4. 2-10 где-то, блядь. Войт, отойди, у тебя шлем стрел. Что это за кастрюля? Пиздец. Вниманием следующего бойца. На арену выходит ледяной рёв. Сражайтесь или погибнете, герои. Мудак. Я же даже чардж не нажал. Ну да, кто бы говорил. Вот сделаю я нагу, буду самой красивой в рейте. Да, не надо, плохо было. Чё, Рога сдох? Да. Нажал ботинки. И... Я всегда, когда череду даю, в ВК проваливаюсь через текстуру. Точнее, я везде проваливаюсь под текстуры из-за череды. Может, ты читишь и тебя забанят? Место это есть? Алло? Нет. Алло. Понятно. Во сколько? Поставь. Да не, он вроде не АФК, только не пойму, что он делает в Долоране. Давай, махни, не глядя, по-быстрому. Тыкните на шкаф, пожалуйста. Где? Это... Ой, да что не на группу лутите? ДК, Джеди, ДК. Чтоб меньше вопросов было. Да нахуй, 50 голды, ёпт, бред этот. Талянь, тавр там за 50 голды 98 кидает. И проигрывает. Там сотку хант кинул. Не было. Ты ебу, блядь, у меня аддон показывает. Нова Двинкс. Нова Двинкс кинул сотку. 40. 40. Да, да. Ай, косяк, Войт. Войт, куплю истерию. Братан, она тебе не нужна. Нужно. Куплю истерию на холипала. Да ты и так истеришь каждый рейд, зачем она тебе? Хилить лучше буду. Я хилю физроном, если что. О, Виби зашел. Магов нету, я стаки убираю. Косуки убираю, это все. Хватит. А у нас один маг есть. Мне в первую очередь.
Войд, второй когда будет? Ага, смотри. Или. Пусть рыбу юзает. Руляй, ты горишь, брат. Медведя просто так не убьешь, нахуй. Да, похуй вообще, да. Так, 50 голды. Давай. Сука. Нифига там 7-7. О, пойду кофе. Лимтахирн. И царь обезьян. И царь обезьян. Давай, рерол. Опа-на. Ты меня наебываешь опять. Ты меня на 50 голды наебал. Если не надо, я дизну. Кто? Что тебе угодно? Следующий. Да успокойся ты нахуй, ты че ебанутся. Не дает по ДПСить, блядь. Буду в танке, в ДД шмотин. А он никому не дает ДПС. В хила спекай. Ну. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов орде. Я, блядь. Так, сколько мне? 30-ка брони, нормально. 423 защиты. Сколько защиты? 423. А, тут это зашло. Сука. Тебя там слышишь? В три ствола, блядь, хуя. Галактика, галактика, блядь. Щипе.
малышка, беги! Там чего у меня про бури нету, слышишь? Все потому, что ты черный. Че, убрали этот баф нахуй? Шейпер, ближе ко мне веди. Блять, сандал. Сейчас танком помогу. Слышь, да мы сейчас рогу сам. Я сейчас рогу сам захуй. Пал, который дай таун, ты подведи его сюда. Блять, помоги. Угу. У меня так постоян. Беги, малышка, беги. Не только у тебя. Там глыба. Блин, мне так нравится Мидвейхи или просто он стопом. Тот, который в Дискорде, скорее всего. Точно не транс. Ну, не он. По-любому это Шредер. Можно, он стоял в миллизоне, его запиздили на...
После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва. Да нихуя, 160. Не хочешь? 120. Кучина. Тавер, Тавер сотка. Ты заебал. Мосса сотка. Ой-ой-ой, не то. Мне не надо. Я не знаю, по-моему, если ты снимешь эту триню, ты потеряешь весь свой шаг. Чем могу быть полезен? Лишь сплотившись, вы сможете пройти по стране. Верни тут триню. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Ты скажи, как боб дать, я дам. Дай мне сальву, блядь. Погоди, у меня сальва на каком-то стой. Так, Шишек. Угу, все. Шейпер хуярь рассекающий. У него агронабор меньше. Чё? У меня на ССКД. Он мне ССКД не даст. Да выживет, ничего страшного, блин. Ох, ебать, блин. Я дал нормально. Войт сказал, кто умрет, того не жал. Да он клевает по-любому, вот 100%. Не, он чистый дамаг. Пока без клева. Светло. Додик. Газпром, пусть и сбывает. Ты опять наебываешь людей. Ну вот так вот, да? Вот? Да хуй тебе. Я ролл не кинул. Ща, сотка, чекай. Оп, ну почти. Лучше б ты ему триню просто так отдал. Почему?
А там роль... А, сука, проебал. 50 голды, блядь. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем... Таком лучше 90 дает. ...такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я заслужу тебя заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Можно инту? Инту и МП5 по лобинам. Ну, соответственно, аж уже должен дойти на этом, на лужу. А он в Дискорд заходит, я попросил ему, это сложно. Ну, новичок будет, сам понимаешь. Это мой, это я сильный сад, короче, задумал. Погоди, погоди. Погоди секунду. Кто там? Зашел. Француха. Давай, подбегай. Иначе квест не засчитают. У него квеста нет, ему еще подожжем пройти. Ну, соответственно. Шмотки. Шмотки. Не факт. Где он там, блядь? Чуваки, а можно попросить кулак по магам? Давай, по давай, кулак. Давай, 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 к нам беги. Он не поймет. Давай, беги, 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 давай. Сюда. Давай присумоним, чем мы паримся, быстрее будет. Давай, беги, он бежит, увидел. Он бежит, бежит, бежит. Сейчас. Погоди секунду. Все, все можно начинать. Встать. Геру там скажешь смотри. Ни одна сфера не разбита. Одна есть, хватит. Так, убирайте. Сука, не дал появиться. А он раз сейчас не багается, раньше, когда Боб кидал, он, короче, начинал, блядь, двигаться просто не в ебической скорости. Так он разгоняется, он не багается, он разгоняется. Не стой же на пути шипов, Француха, аккуратненько. Отходи, отходи правее, смотри, вот. Да не бей, трэш не бей, тебе это не надо. Ну, он первый раз играет что-то. Трэш, трэш, трэш. Ну, главное под шипы не попасть, когда босс взрывается, и все.
такие выглядят. Меня жук пиздо. Он меня ёбнул, блядь, 10. Ранцуха, если ты зашел в Дискорд, посмотри, там сверху есть сверки, разбей, пожалуйста. Они под потолком, грубо говоря. Уже не надо. Уже не надо. А сферку разбила, прикиньте. КПД. Здесь и сальв, да? Зачем? Нормально. Оверхил завязывайте нахуй. Я оверхилю только танк. Главное простить трофей разрушить. Да, конечно, 4. Сверху. Сотка. Нежить. Смерть и сотка. Соревнования будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Мы в числе избранных. Давай. А, 98, блядь, ха-ха-ха. Так, магик сейчас дам. Кроу. Не надо. Потом отдашь мне. Ух, плащ. Тебе за. У нас минус 2. Вон у нас прям 2 ДКшника сразу. Один из них анхолик. Болкур с молоком. Дольше лететь.
Бля, на 200 тысяч голды, нахуй. Хочу поводить темного феникса, блядь. Да, да, блядь, гильдейский. Блин, он страшный. Было бы у тебя 200к голды, блядь, он бы был бы для тебя не страшный, нахуй. У меня никогда столько не будет. Ну вот, да, вот поэтому у тебя он страшный. А так там пиздатый. Просто сказал... страшных привлекают страшные, понял, Миджвей, да? Ну да, конечно. Он, блин, на починку иной раз не хватает. 200к голды, да. У меня все мои сбережения голды, это на сокеты чарки без шмота, и все. Ой-ой-ой. Да. Лучше просто вообще, вот лучше не видел. Там молоко хотел. Чё, плюсовать? Ну, суманите, что ли. Ушел в Ар-8К, пришел в Ар-12. Охуенный обмен. Да, свалимся. О, сегодня целка обычка, нихуя. До руля нету, уже 1.5 минуты. Дроли из гильдии? Сейчас чекну, бля. Питомник Зидума, да? Отойду 2 минуты. Да, сгиди. И чтобы ему не скучно было твинков в каражан водить. Воспитательная группа. Хорошо, стрелка уже задолбала, реально. Ну, ребят, ну одно и то же. Мы новые инстанции планируем или нет? Мы раньше в 3 рейда каражан проходили. ЗС и ОК мы планируем ходить. На этой неделе нет. Хорошо. Упс.
А вот в Т9 он быстро откадешивается, знаете? Ну, слушайте, ребят, им ХП случайно не обрезали? А, да. Что-то они как-то быстро заставили. По-моему, так и было. Да нет. Можно по паладину? Можно стаминку? Стаминку, дух, инта. Мак, инту. Инту. Ну нахуй тебе инта. Мак, все, вижу. Вижу. Ребята, конь. Меня просто шотнуло. Опять? Пасана выйдет. Бля. Сука, блядь, ебаный, блядь, теннисист. Да уходи, уходи, уходи отсюда нахуй. Да, пусть будет крутиться. Агро пал. Угу. Нормально. Наверное, не того таунта. А кстати, сейчас знаете, как бесит, когда у тебя предписывают БДК танк и фугарей, так все думают, что ты фул донат и тактик не знаешь. Это тупо. Кто там дизарм умеет кидать? Кидайте. Да, учитесь кидать дизарм, на слепом будете его вешать. В смысле присты? Ну-ка давай не будем. Мне его надо по ветке вкачивать. Намного больше есть лучше полезных талантов. Ну сделай специально билд, а ты груля. В смысле, а я? Это пиздец, это чё за хуйня? Я отлетел, блядь. Сука, ДПС. А, у тебя этот лут. По-моему, никто не ролит, так что давай мне на третий спек. Вон пал рулил.
Да ладно, серьезно, блядь. Не через этот пробовать хилить. Я, в принципе, эти 4-9 собрал, но, блин, некоторых рейдов... Короче, надо. Решай сам, пускай забирай паду, я бы взялся на холик. Так что, у нас уже все, отменили ГП? Лиса, ты через что хилишь, получается? Киллбот? Да. Просто вот смотрю, у тебя вот всегда таргеты меняются, выбираются. Обычно киллбот никак не делает. Ну, не знаю, у меня киллбот что-то не всегда меняет. Ну, а когда щиток вешаю через этот, через киллбот, там типа таргеты. Шейпер вышел, выкинуло, видать. Нет, оно релогает свечи, это интернет. Жди. Ух, я пойду вентилятор, плюс жарко, пиздец. И набросай на него говна. А, можно? А, оставь. Рыбку. А, ладно, пусть. Скула? Я скажу. Нет, после первого этого. Геру и на Салио по себе кидать. Я буду тебя нон-стопом сидеть, нормал. Да, да, да. Давайте пикнем. Ой, ну что, начинать, блядь.
Задумчик, да, мне сказали вначале, чтобы распределились. Задумчик, рвайся по агру, иначе, блядь, сдохнем. Да не мота у него, это шейпер, это давай. Надо ж потабать. Кенни Донны? Что ты о них думаешь, да? Я тебя понял. Ты молодец! Сейчас бабах. Чё, блядь, опять я погру, блядь, да ты надоел. Я так и делаю. Шейпер, держите. Да, Алёша. Скупит, блядь. Грулата? Нифига ты, блин, запросы делаешь. Ну хоть там запросы, то успокойся. Ну, самый сложный босс это Кил'Тузад, ну, вот. А не Кил'Тузад, самый сложный. Он самый требовательный гиро был, и поэтому очень мало людей его убивало. А доходило до него? Нет, это его. Слышит? Бокус стоял под завалом, и плюс на него босс ебнул. Угу. О, парень не делся, дает жару. У них просто нас сальвами, походу, обмазали, блядь. Ну, походу, у него рели тело было в пушках, так он не давал дыхать. Не, ну, пушки с очень влияют, Лис. А можно портал Варгримар, Лис? Фу, что она напротопала? Пожалуйста, дайте их мне. На всех наушников этих. Для начала нормально. На БМ, да, на мама такси. Ну ёб твою мать, это что? Ну лучше мини. Ты думаешь, ему что-то надо? Наверное, там тирашишку хуярит. Трёт свою тирашишку. Карочка, ты куда-то не туда полетел. Следующим паролом. Если роги не надо, тогда дается хпл. Да, у нас разбойников мало. Лишь двое штанов.
Можешь говорить, пиздеть не обязательно. Воет король маркетинга, блядь. Он говорит, ты неправильно прочитал, говорит, пока, говорит, нет. То есть он уходит. Дом, шкафчик ставь, кидай шкаф. Как романтично. Вы меня вечно смоните в ту секунду, когда я уже вынос тут зашла. Лапасос сумоню, давай, принимай. У меня кого крестов нет, вы охренели? Давай сразу на кубы распределяй, косуки станет на куб. Что с этих привезти снизу? Да, все. Я справа пошел. Тут есть ретрик, на котором агро, блядь. Так, чё с Ай тоже же они. Я писанула уже. Мобу мимо. Но у меня только тавер перегоняет своими щитами. Тавер оставь, он слакер. Ну давай ванзай потыкает. Ну, второй танк, то, по идее, можно поставить на пол. Ну, вон, джедик по этой печёт. Я секунду отходил. Подождите, пожалуйста. Я ему сейчас начищу. Рыбу кушать. Два же инста он, да, был? Да побудете в два, да и нахуй.
Там хиловский каз сбивать надо. Ну блин, Тём, быстро так. Так там 21, ёпт. Там же посчитай. Пацан, дай бы я отпожал. Ты табайся и лпшки, да? Моса, братан. Медвея, рейсните, бэром. Да, блядь, бэром, я хочу рыбку и проба. Карочка, карочка тут? Кто даст бэр? Кто даст бэр? А, тресы, так. Да, жесть. Изверги, блядь. На рыбку пожрать. Корявая сова. Все, Тём, я тебя не хилю. Будешь падать. О, винта есть, тамка есть, бить. Все есть. А, бля, о. Скажешь там Беру, когда он. Хорошо. Готов 38 секунд, КБ. КБ 8 секунд, давай, Беру. У задумчика вот ДПС хороший. Доллар спал. Смотрите, я первая с конца по ДПСу. Задум, ты там чё, с плаской, блядь? А ты как думал? Ах ты, блядь, читер. Там у меня всё юзается, ты знаешь, сколько у меня запасов? У меня в видео, чтоб 400. Что одевать?
Да так бы в целка давать пока, бля. Ну, с нового ХРБК. Откуда же еще? Нажмите ромбик, ромбик, срочно, срочно. Где, блядь? Где этот ромбик? Возле босса. Слева возле босса. Шейпер нажмешь? Ааа, надо сделать его. Да конечно, блин, хочешь его? Боб, Мит. Шейпер надо было не нажимать. Не нажимал, между прочим, просто. Вообще, конечно, плохо, новичкам сложно понять тактику. О, посох на трансмут можно взять. Ах! Пацаны, не ролим! Ты 98 для Митвы. Куда ты челон ролишь, а? О, тауэр нахуй. Вот, смотри, смотри. Самая счастливая рука Дикого Запада, ёп. Два лица тогда. Да, я тебя упал. У меня как раз подряд два сердоля упало. А где турбо, я не понял. Нет, а лица это флаг. Когда я эту голову вырыл? Да, я в ГБ там уже был. Так, ты накидывал? Накинуть? Или сам? За скорость? Я дам маленькому... Шо, хвастаться, кому там брыль упал? О, порт пропал, придется свой открывать надо. Димон, надо тебе точно, бери. Ну она на хилаш, думчик. Я как бы, бери, бери. Макс, смотри, как я умею. Хопа. Я вон маленькому.